Приветствую вас, Анастасия. Вы пишете, что меня отвергли в семье, у меня больше нет дома. Ну, вообще говоря, это тяжело. Это травма. Для вас это травма. И, наверное, начинать здесь нужно именно с проживания. Драм. То есть именно вот с ее проживания, с ее переживанием и с последующим каким-то таким отпусканием, либо, ну, либо выработкой какого-то отношения, вот. То есть вариантов там не так чтобы много, вот. А насчет успокоения, ну это больше похоже, знаете, на рационализацию, да, то есть я себе объясню. Там вот, ну вот, что-то, да, я тебе что-то объясню. И может быть, не факт, но может быть что-то изменится. Вот это, на это надеяться я бы не стал. Потому что глубинная проблема от этого не решается. Да, вот, ну в глубине проблема это не решается. Вот. Есть, конечно, как бы системно, скажем так, системный момент в том, что вы, ну вот, значит, учитесь там, где вам не нравится, вот, ну, значит, как бы, с семьёй бы, поссорились тоже, а то здесь вот, есть как бы ваше, ну, такое вот системное поведение. Вот. Которое является, ну, наверное, негативным здесь. Вот. Его в первую очередь нужно корректировать. То есть вот для меня это выглядит как вот то, что вы не научились защищать себя, да, защищать свои интересы, но отстаивать их. Вот. Из этого выливается, значит, в, ну, какой-то негатив, да, и так далее. Вот. То есть это тоже нужно корректировать. А по поводу того, что вы учитесь там, где ненавидите, это вопрос выбора. Вопрос выбора и целей. И вопрос того, как вас это задевает в целом. Ну, вот в целом, да, как вас задевает то, где вы учитесь. То есть, вот, и как-то вот выработка, ну, какого-то соотношения. Вот. Соотношение этого всего, вот этих вот нескольких элементов, вот. И вот примерно в таком ключе вам можно ответить. То есть я понимаю, что сейчас вы, вероятно, чувствуете себя одинокой, брошенной, вот это понятно, это нормально, вот вам нужна, ну, поддержка, вот, и, соответственно, как психологи мы можем
вам в этом помочь, помочь, поддержать вас и всякое такое. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.